Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Сегодня короткое, незапланированное видео. 6 января посеяла пеларгонию, а на третий день, то есть вчера, пеларгония проросла. Вот в этом контейнере 5 из 5, здесь 6 из 6, то есть 100%. Вчера на камеру сняла проросшую пеларгонию, но было не очень хорошо видно. А сегодня, 9 января, уже все можно разглядеть как следует. Причем на упаковке с семенами написано, что в упаковке 5 штук семян. Но видно, производитель решил сделать приятное. Этакий бонус. И одно семечко было запасное. Причем никаких секретов, секретиков, фокусов-покусов, бабушкиных рецептов, новых агроприемов не применялось. А также никаких ускорителей и стимуляторов. Использовала обычный покупной грунт. Как такое возможно? Очень просто. Все дело в семенах. Попались очень хорошие семена. И даже у одного производителя одни семена уже взошли, а другие нет. Пока не взошли. Вот здесь фирмы «Поиск» взошли, а «Элита» взошли, «Поиск» не взошли. Единственное, чем эта посадка отличается от традиционной, я использовала вермикулит. Но вермикулит не является стимулятором или ускорителем. Он здесь нужен для того, чтобы верхний слой не был переувлажнен. Потому что сеянцы и рассады пеларгонии очень подвержены заболеванию черная ножка. Как только появились всходы, пеларгонию переставлю на подоконник, под лампу. Там 19 градусов. Поливать буду из вот такой груши. Первое время очень аккуратно, теплой кипяченой водой. Стараться не попадать на листья. Пленку тоже сразу снимать не буду. Сделаю в ней побольше отверстий. И сегодня оставлю небольшую щель для проветривания. Каждый день эта щель будет увеличиваться, и дня через 3-4 пленку уберу совсем. Пеларгония совершенно неприхотливое растение. Сеять ее можно до февраля. Присоединяйтесь, будем выращивать вместе. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза, буду держать вас в курсе.